На этом этапе количество мраморного клопа значительно сокращено. Об этом заявил в Кутаиси после встречи с представителями штаба борьбы против вредителя и с сельскими доверенными региона Эмирети заместитель главы Национального агентства продовольствия Зурабли Партия. На мероприятии были рассмотрены итоги борьбы против вредителя в регионе Эмирети и последующий план действия. На встрече сельские доверенные подметили, что работы против вредителя на первом этапе оказались результативными, и на втором этапе госслужбы будут работать координированно. В первую очередь, нужно подметить, что все доверенные довольны итогами. Количество вредителя значительно сокращено. Запланированы будущие действия. Предоставили информацию о новых подходах, которые будет осуществлять штаб координации. И уверен, что совместными силами сможем решить эту проблему.